кадров из Донбасса, который мы только что получили от нашего корреспондента. Флаг Новороссии поднят над Дебальцево. Это девятиэтажка на улице Ленина. Именно в ней, по данным ополчения, находились снайперы и корректировщики огня украинских вооруженных сил. Их выбили буквально этой ночью. Так что флаг символизирует взятие важного плацдарма. Дебальцево – самая горячая точка в зоне конфликта. Город на стыке Донецкой и Луганской областей, где в плотном кольце ополченцев обеих республик оказалась крупная группировка украинских войск. События развиваются стремительно. Еще накануне силы самообороны сообщили, что контролируют 80% этого населенного пункта.